Now you see me standing in the lights, but you never saw my sacrifice, or all the nights I had to struggle to survive. Добро пожаловать на невероятно захватывающее автошоу «Рандом решает», где привычные автомобильные состязания теперь полны сюрпризов, как никогда. Привыкли сами выбирать и настраивать своего дорожного монстра под себя? Ха, забудьте об этом! В нашем шоу лишь рандом решает, получишь ли ты гиперкар или ржавое корыто без тормозов. Что ж, сегодня фортуна на вашей стороне, но надолго ли? Ведь победа зависит не только от везения. Впереди вас ждут испытания, смекалки, мастерства и тактики. Участники сами вольны выбирать, какую из машин использовать в каждом из них. Если вам все же не повезло, воспользуйтесь запасной машиной нашего шоу. Правда, не бесплатно. В порядках вам предстоит скрываться на небольшом участке карты. Старайтесь выбирать машину, вызывающую минимум подозрений, и проявите свои навыки чистого вождения, соблюдая правила дорожного движения. Как будто снова вернулись в автошколу за водительскими правами. У вас же они есть, верно? Шашки. Гонка, в которой все зависит от вашей тачки и реакции. Не стоит засматриваться в зеркало на соперника. Одно неверное движение на такой скорости может закончиться поражением или быстрой зрелищной смертью. Большая гонка – настоящее испытание вашего мастерства в самых разнообразных условиях. Маршрут гонки участники придумывают прямо на ходу. Выбирайте кратчайший путь и самую универсальную машину из тех, что подарил вам рандом. Ведь кто знает, куда вас занесет на этот раз. But all you see is the fame and the millions. You don't see the strength and resilience. How I rack my brain, but it feels as if I'm trying to explain it to children. Ну, это еще не все. Испытания меняются каждую серию. Вас также ждут дерби, бездорожье, драг-рейсинг, преследование, прыжки, трюки и многое другое. Что? Недостаточно удивлен? Тогда тебе это точно понравится. Надоела стандартная игровая камера? Забудь. Наша команда работает день и ночь, чтобы шоу «Рандом решает» в GTA 5 превратилось в зрелищный киноаттракцион. Гонка, догонялки и шашки. Так, сколько там всего машин? Ух, нифига, что мне выпало, 48 машин. Так, это я запишу, давай дальше. Блин, мне сегодня нормально, кстати. И сейчас будет говно, да? Я понял. Чувак, тебе пизда. Ну да, пустыми угрозами себя накормишь. Кого накормлю? Себя. Чувак, это лютая имба. Мне еще так никогда не везло. Ты имеешь право хранить молчание. Все, что ты сказал, будет использовано против тебя. Sound muted. Ну давайте начнем с 13. Значит, раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13. Так, давайте. Одна из трех. Вторая. Я думал, будет лучше. Ну ладно, это, возможно, будут либо догонялки, либо шашки, но точно не гонка. Получается. Дальше у нас восьмая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Вот это уже мне нравится. Вот это уже мне нравится. Хорошо. Я его надеру вообще во всех дисциплинах, судя по всему. И осталась шестая, от большего к меньшему. Раз, два, три, четыре, пять. У-ху! Да. Да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да-да! Это просто офигеть. Вот такого еще не было. Такого унижения просто еще не было. Чувак, ты же понимаешь, что ты всосешь сегодня? Я не могу разобраться. Нужна помощь? Специалист? Где моя машина? Ну закажи ее заново. Я тебе не миллионер. Я миллиардер. Что
ты такой долгий? О, долгим ты будешь, когда будешь машину угадывать. Так, с чего начнем? Гонка, шашки или догонялки? А шашки и гонки — это то же самое. Ну, шашки — это одна длинная прямая от точки до точки. Что-то типа драга, только подольше. Гонка — это, ну, много точек, чекпоинтов. И догонялки — это, ну, ты помнишь, что это такое, это надо друг другу тлакать. Ясно, с шашек начнем по встречной полосе. Хорошо, хорошо. Так, подожди, с шашки, значит, надо брать самую... Подожди, вопрос, у тебя есть какая-нибудь супербыстрая тачка? Не знаю. Ну ладно, просто я не знаю, как лучше сделать. У меня есть две тачки, они обе очень хорошо едут, очень быстрые, но одна чуть быстрее другой. И я вот, если я сейчас возьму слишком быструю, может быть, ее нет смысла брать для этой дисциплины. Ну ладно. Шашки на такой тачке я бы не рискнул, на самом деле. Новая старая машина? Новая. Ну, можно сказать, что... Ну, короче, она вот из одного из, там, пяти, наверное, последних обновлений. Двух-четырёх дверок. Сразу спойлер, есть нам фотографии в машине или нет? Нет. Зачем мне значок ставить на машину? Типа, у меня не было значка, теперь мне предлагают ставить два значка. Чё за бред? Ладно, себе оставьте. Цена этой машины от 1.5 миллиона или до? Вот этого я тебе не скажу. Хорошая, слишком хорошая подсказка. Нет, нормальная подсказка. Нет, слишком хорошая. Нормальная подсказка. Другой вопрос. Действительно нормальная подсказка. Лучше про класс спросил. Это суперкар? Да. На капоте у нее есть сразу встроенные, ну, в узохозаборнике, да, дырки в капоте? Да, да, и немало. Хотя нет, мало. Или немало. Хуй знает, короче. Есть. Ну, нет, мало или немало? Нет, ты спросил, есть или нет, я сказал да. Все. Ты, да зачем ты дальше продолжал? Меня запутал. Например, у Трюфада их много, а у... Две точно. Заруса две. Всего. Ну, короче, не... я называю Пикасси. Хорошо. Хотя не знаю. Ладно, вот этот спойлер, по-моему, симпатично смотрится. Все, поехали. Блин, ну это бешеный автомобиль, конечно. Из обновлений или давно была в игре? Давно в игре. Прям сильно давно, да? То есть, типа, она прям была в игре еще до того, как... Ну, мы на PS3 играли, она была, да? Ну, хотя написано почему-то на ней часть обновления. Не знаю. Ну, по-моему, давно. Ну, часть обновления, окей. Наверное, какой-нибудь высший свет или бизнес. А, суперкар? Спорт. Спорткар. На капоте есть вот воздухозаборники? Давай скажи нет. Нет. Машина связана с серией каких-нибудь фильмов? Ну, короче, известная серия фильмов, например, что-нибудь типа Форсаж, Джеймс Бонд. Не знаю, вряд ли. Это может быть либо Джестер, либо Массакра, либо Альфа. Может быть, еще Фурьер GT. И у них вообще, кстати, нет воздухозаборников на капоте. Угу. Сука. Ответишь ли мне на такой вопрос? Спереди у нее двигатель или сзади? Спереди. Спереди. Последний вопрос был. Да? Угу. Мне хочется назвать Массакром, но ведь это и Фурьер GT может быть. Окей, ну пусть это будет Массакра. А на каком шоссе мы еще не шишковали с тобой? На всех. Давай вон справа, на правом шоссе, где магазинчик еще рядом на въезде. Так а я что назвал, Пегаси? Ты назвал, да, Пегаси. Давай, я тебя жду, Никит, быстрей. Подожди, проблема с машиной. Только не говори, что я разбил, ты пойдешь обратно чиниться. Ну я это не буду говорить, зачем, если ты и так это понимаешь. Прям я джойстик выбрежу. Что ж поделаешь? Как ты думаешь, ты догадался или нет? До чего? До моей машины. Нет. Ты почему ты так в этом уверен? Ты же слышишь по моему тону, что скорее всего ты догадался. Я ничего не слышу. Так, ну что, ты готов увидеть? Да. Сука.
Это ж не спорт карты больной? Это спорт. Это спорт классика. Ну, спорт, ну там же есть приставка спорт. То есть ты меня затроллил? А у тебя Пегаси, я так и знал. Ну как знал, я угадал просто вот все. Ну да. На шару повезло. Поехали. Тебя не удивляет то, что угадал, да? Ты реально был уверен в этом? Да. Правда, я думал, ты другая машина, но ладно. Зачем ты выпрыгнул с моста? Потому что я ненавижу тебя за то, что я угадал машину. Никит, ты время сейчас будешь тянуть из-за того, что ты просто какие-то личные терки у нас? Как говорится, ничего личного, тупо бизнес, иди сюда. Тебе сейчас еще знаешь, как перейти до сюда? Так ты сам сказал, что мне, типа, что ты думал, что у меня другая машина. Я хотел назвать, на самом деле, я Гротти хотел назвать. А, Гротти? Не, ты просто сказал только что, что ты думал, что у меня другая машина, ну так вот, ты прав на самом деле. У меня другая машина. Вот это. Что это за машина? Это Фейт, это Бугатти Широн, чувак. Ладно, поехали. Насчет граната стартуем. Поехали. Я тебя выиграю здесь вообще без проблем. Пока. Тут очень много машин, чувак, слишком много. Ну ладно, короче, где финишируем? Можно уже финишировать. Давай на заправке финишируем. Не, ну это было угарно, правда? Я финишировал на заправке. Заправляюсь. Почему здесь эти долбанные... Это должно было быть немножко по-другому, да? Да. Дальше у нас гонка, да? Да. Ну, короче, по-моему, я красиво сделал. По-моему, я покрасивее сделал.